Как контролировать бизнес через KPI? Сначала необходимо запустить систему управленческих отчетов. Сначала должен быть настроен учет финансовый, прежде всего, достаточно качественный. На его основе формируется система управленческих отчетов. После этого начинают считаться показатели по функциям менеджмента. Ну и вот если говорить про там наш текущий проект, он уже, наверное, год ведется, относительно крупный бизнес, производственный, 10-15 миллиардов выручки, всего внедряется порядка 700 показателей по там, 15 подразделениям. Когда есть возможность наблюдать 700 показателей в правильном продукте, а таковым является Power BI, может он в этом, можно визуализацию сделать в Excel, но можно и в этом продукте непосредственно делать качественную визуализацию. Правда, это требует определенного навыка и квалификации от директоров. Ситуация на сегодняшний день с автоматизацией KPI следующая. Вы можете скачать... Вернее, Power BI является встроенным продуктом в Office, Microsoft Office 365, версию Pro. То есть у кого-то она, может быть, уже и есть в составе операционной системы, но вы можете об этом не подозревать. Это очень невероятно мощный продукт. Он решает все задачи по визуализации и расчету KPI. А дальше возникает вопрос, какого качества у вас учет, к чему подключить эту систему. Если у вас достоверные данные, вот в чем вопрос. И вот попытки внедрить систему показателей по функции менеджмента, еще и автоматизированную, натыкаются обычно на качество управленческого учета. Есть ли достоверные данные, какова их структура, и в результате может потребоваться как раз редизайн или там реализация проекта по внедрению более качественного управленческого учета, если вы хотите считать KPI вот во многих разрезах. Но связка именно такая. Первичный учет, управленческие отчеты, расчет показателей по функциям менеджмента, автоматизация. Четыре шага. Ну вот как это может выглядеть с визуализацией через Excel. Excel на сегодняшний день очень мощный продукт, может управлять до 10 миллионов таблицей, до 10 миллионов строк, имеет широкие возможности, и не нужно к нему относиться пренебрежительно. Очень мощный продукт. И вот здесь эта визуализация, то есть на предыдущем слайде у меня была визуализация справа через Power BI, а здесь пример визуализации через визуализации показателей через Excel. И вот здесь где-то в несколько кликов от графика план-факт по продажам можно провалиться до пересечения артикул-клиент. И в этом пересечении артикул-клиент посмотреть на рентабельность по этому артикулу. Рентабельность продаж по данному артикулу, данному клиенту в данном месяце. Можно, естественно, еще добраться до первичного документа. Ну и, соответственно, здесь колоссальное количество фильтров, которые позволяют посмотреть бизнес там, в сотни разрезов. Вот как должен продолжиться финансовый управленческий учет, он должен продолжиться вот такой системой бизнес-анализа.